Добрый день, меня зовут Ольга, вы смотрите рубрику «Экспериментариум», и сегодня я покажу вам трюки, основанные на принципе равновесия. И для первого трюка нам понадобится 3 стаканчика, у меня их роль выполняют вот такие глиняные горшочки, и 3 ложки, либо 3 столовых ножа. Отставляем стаканчики, помещаем ложки вот таким образом, 1, 2, и 3. Каждый из концов ложек лежит на другой ложке, и они образуют вот такой треугольник. Эта конструкция достаточно прочная, и она может выдержать вес вот такой бутылки. Усложним данный эксперимент. Возьмем 2 вилки, соединим их вот таким образом, чтобы образовывались просветы между зубчиками. Поместим между зубчиками монетку вот таким образом. И теперь мы можем эти вилки с монеткой поместить прямо на край пробки. И они будут держаться. Можем подвинуть даже еще дальше. Снимем вилки с монеткой, воткнем в середину пробки зубочистку, а вилки скрестим вот таким образом, как в одном из видео с предыдущими экспериментами, и поместим зубочистку между зубчиков вот таким образом. А теперь вилки будут висеть на кончике зубочистки. Для продолжения эксперимента нам понадобится 2 деревянных палочки и 8 больших гвоздей. Помещаем гвозди на одну из палочек вот таким образом. Помещаем сверху вторую палочку и осторожно их вместе поднимаем. Вот так. Теперь ищем точку равновесия и помещаем их на зубочистку.